Хочу сказать, не было бы наших эфиров, если бы не было нашей волшебницы. Светлана Крисько, психолог, арт-терапевт, человек, который помогает тысячам телезрителей, человек, которого ждут. Я ни на одного эксперта не читала столько, да, отзывов положительных, Светлан, как именно на вас. Каждый день звонят и спрашивают: Леночка, когда будет Светлана Крисько? Вы сами знаете, что такое онкология. Да. Вы сами помогли себе. И через себя вы несете свет нашим людям, поэтому они вам верят. И спасибо вам огромное, что вы сегодня с нами. Я хочу рассказать о самом маленьком предмете. Здесь находится внутри салфетка. Вот эту салфетку, за ней нужно ухаживать, ее нужно выкладывать на батарею, на солнышко, чтобы она остановилась, вот как здесь, вот такой вот псевдожидкостью, такой плавающей совершенно. Вот. А так она при употреблении будет твердеть. Это чехол, который вы стираете. Так вот, это необыкновенное изделие, которое поможет вам в восстановлении зрения, которое поможет остановить, например, у меня уже 15 лет катаракта, которая не растет, не зреет, остановилась на месте, и все. То есть у вас, если еще этого нет, то у вас вообще исключаются просто эти заболевания, такие как катаракта, глаукома, как вообще потеря зрения. И самое главное, что эту повязку вы можете потом привязать совершенно на другое место. То есть вы можете на горло привязать, вы можете на затылок. Одев маску просто на лоб, вы защищены от компьютера, у вас снимается головная боль. Если у вас заболел зуб, вы просто повязываете на зуб, у вас зуб. Если у вас второй подбородок, и вы хотите его убрать, вы вот так спите. Или если вы храпите, то тоже самое, вот так подвязываете, у вас челюсть не будет отваливаться, и храпа не будет. Вот, вы можете привязать на колено, вы можете привязать на локоть, вы можете вытащить эту салфетку, посмотрите, она прямоугольная, маленькая, еще раз ее вытаскиваю, и можете использовать белье как прокладку, если у вас мочеполовая система больна, если у мужчин там аденом простаты, у женщин там проблемы, то есть вы можете вот так горизонтально, а можете и между ног положить. Гинекологи в одном городе звонят, они полностью советуют женщинам и говорят, что, я забыла только в каком городе, они говорят, что гинекологи подсели на эти очки, потому что они их больным советуют своим женщинам от заболеваний вот эти вещи. И там получается такое, дезинфицируется пространство, налаживается флора. Вот. И то же самое происходит только даже от этой повязки, происходит с мозгом, то есть налаживаются кровеносные сосуды. Вот это очки вы одели на шею, и у вас останавливается гипертонический криз. 15 минут вы сидите, не пейте лекарства, и вы через 15 минут будете потрясены. Одетая вот так на шею эта повязка снимет гипертонический криз. Светлана. И любую боль, любой синяк, любой ожог. Светлана, спасибо вам огромное. Я хочу сказать, вот знаете, самое главное, что мы заботимся о наших телезрителей с брендом ArtTrade, с телеканалом Shop & Show. Все заказы с первого часа будут пересчитаны. Мы начинали, и цена была у нас 1499 рублей. Мы специально оставили цену 999 рублей, потому что, ну, первая статистика, выбирают сразу по две, по три повязки многие с собой, кто на дачу, кто в сумку, да, вот такая скорая помощь. Второе, она действительно помогает, я вам клянусь, у меня есть такая дома, я 16 лет работаю на телевидении, и в прошлом году, когда я в очередной раз прямо на эфирах потеряла голос, у нас был тогда бренд ArtTrade, я надевала на себя, и действительно, как знаете, вот как я к фониатору ходила, мне заливали на связки противовоспалительные всякие, да, вот заливка это называется, и мне она реально помогала, поэтому я лично здесь буду говорить от себя, попробуйте, это прекрасная первая покупка для многих телезрителей, потому что сегодня уже очень много заказов, нет противопоказаний, не имеет аналога в мире. Раньше засекречено было, представляете, в ожоговых центрах, в реабилитационных, перинатальных центрах есть микросферы. Это уникальное свечение жизни. Я считаю, что то, что мы с вами сейчас от Светланы узнаем, что это в мире есть, это счастье. И именно Светлана наша, как проводник, ее да, Всевышний, я уверена, выбрал для того, чтобы вы об этом рассказали. Светлана, а расскажите, пожалуйста, да, вот интересно, многие телезрительницы присоединяются, вы уже более 15 лет работаете с микросферами. А как вы увидели, что они работают, да, и как вот вы ощутили это на себе?
Вы знаете, эта история буквально для скептиков. То есть вокруг меня окружают все скептики. Мой брат, мой муж, моя мама. Вот, это люди, которые, если я что-то приносила, биодобавки или еще что-то, всегда на меня кричали и говорили, ты опять что-то принесла. В общем, всегда протестовали. Вот ты веришь всем. Вот, я бы не сказала, что я особенно тоже доверяющий человек, но у меня очень хорошая интуиция. И она приводит к тому, что нужно. Так вот, когда я принесла подушку домой, муж меня буквально чуть не выгнал из дома с очередным изделием. Но я сказала, что я не отдала деньги, мне дали попробовать. И тогда он согласился, он говорит, хорошо, тогда я попробую. Но через 3 месяца он отдал деньги и сказал, отдай, потому что это что-то уникальное. Потому что через месяц у него заросла лысина, через 2 месяца у него перестали кровоточить десна, а потом стал идеальный сон. Он говорил о сне, что сны такие цветные, такие необыкновенные, и они эротические, он сказал, что и начал называть подушку, однажды ложится спать и говорит, где моя женушка? Вот, я говорю, да я тут. Он говорит, да не ты, подушка. Вот, из-за этих вот снов. И дальше у него вены были очень серьезные на ногах, он начал ее между ног класть, потому что боли проходили. И в результате через 6 месяцев у него уже не было вен, и нет по сей день. Так вот, эти чудеса, как тут не отдашь деньги. И теперь это самое любимое. Если он смотрит телевизор, он лежит на матрасе, на подушке. Если он там читает, он сидит на матрасе, на подушке. Он спит на матрасе и в шортах, и в очках, и в шапке. Вот. То есть, короче, это уже стало образом жизни. Ну, они, а самое главное, они, вот как они работают. Да, они, микросферы, уникальны в том, что они сохраняют наше тепло. То есть мы с вами теплокровные существа, мы с вами электромагнитное излучение имеем. Это излучение попадает в эти микросферы и 100% возвращается. То есть оно не проходит через эти микросферы. Вы не греете постель, вы не греете подушку. Вот, вы это тепло собственное возвращаете себе. Смотрите, у нас цена 999 рублей. Мы оставили цены, мы снизили цены для каждой телезрительницы, потому что вы звоните, вы выбираете кто-то первый раз, у кого-то есть уже вся целая серия. И, пожалуйста, наша шапочка и наша маска, да, которая всегда должна быть в сумке, как скорая помощь. Обязательно подушки сегодня 2 размера. Жилет у нас и для мужчин, и для женщин, и сама капсула, и пояс. И, пожалуйста, от грибка и от, да, вот все вот эти ботиночки помогают, если шпоры, если у вас болят суставы. Мы сделали цену для вас.